Всем привет, с вами Рамзес, канал РГФО. Мы подходим к следующей миссии. Ой, Дажанский район. Взглядная бездна. Начинаем. Черт. Клара же к такому не привыкла. Не буду осторожен, спугну. Криспин мой билет на аукцион и шанс подобраться к Ираку. И он исчезнет. Взломать щиток стрел, чтобы найти Криспина. Без проблем. Взлом это по нашей части. Тут все на виду. Лучше бы мне не шуметь. Ну, черт. Кто ты? Так. А, ну, это ничего страшного, значит. Кто ты? Чтобы вы запомнили свой визит в Чикаго. Тихий мотор, да? Скорость и шик. Мистер Куин сомневался в цвете. Можете выбрать любую. Ух ты. Интересная машина. Вот эту. Ясно? Подготовьте для меня. Может, расписание у него на телефоне? Нельзя его тереть. Давай еще одну. Оп. Да господи, сколько их тут. Но не хочу я с этим возиться. Это будет долго. Хотя, в принципе, можно... И Вера пока не делает. Так, как можно сюда зайти? Убирайся отсюда! Иди отсюда, дружок, а то потом костей не соберешь. Это закрытая территория. Или устроить блокаут. Нужны еще бойцы!
вами есть Дан, уж простите. Свое дело знаю и о вашем хобби. Наслышан. Хотите веселье с девочками? Пожалуйста, только не в Чикаго. Мистеру Куину не нужны проблемы. Звоните в Infinite 92. Спросите Поппи Спешл. Получите доступ на аукцион. Похоже, Криспин собирался забрать что-то под названием Поппи Спешл в клубе Infinite 92. Infinite 92. В списке такого нет. Но есть упоминания на форуме. А, похоже, так называемый мужской клуб. Подпольный, конечно. Значит, Поппи Спешл женщина. Да, в досье Куина про это есть. Вряд ли Поппи пережила бы их встречу. Что это за аукцион? Думаю, мы оба знаем ответ. Я сейчас. Приглашение Криспина там. Проберитесь в VIP-комнату Infinity 92. Готов к параду уродов, костюм уже есть. Не высовываться и помалкивать. Криспин же псих, меня будут пасти. Нахожу приглашение и валю. Поппи Спешл. Хорошо, мистер Криспин. Фирменное блюдо специально для вас. Сдайте оружие. Мистер Криспин, прошу сюда. А где ваша охрана, сэр? Не угнались. Мистер Куин хотел, чтобы вам было комфортно. Это особый подарок от его имени. Прошу, наслаждайтесь. Интересно, что там? Это ты мой особый подарок? Как тебя зовут? Поппи? Я знаю про тебя и про девушек. Нет, я не... Ладно. Ухожу. Сиськи. Сиськи. Мистер Криспин, все ли вам по нраву? Еще раз влезешь, тебе конец. Я тебя не трону. Иди за мной. Я помогу. Нет. Меня найдут. Говорят, вы чудовище. Вы не Криспин. Так ведь? Меня зовут Пирс. Браво!
поближе, лампочка. Будет хорошо. Свет отключился, тоже мне новость. На каждом топовом матче такая херня происходит. Пушку. Приезжайте к нам еще. Помоги мне. Нужно вытащить оттуда Поппи. Позвони в Инфинит, притворись помощницей Криспина. Скажи, что я прошу привезти Поппи на аукцион. Ага, ладно. Хорошо. Сделаю. Может, Криспин и умрет, но хоть девушку спасем. Хоть что-то. Не уверен, что будет настолько просто, но попробуем. Вообще никакой техники, прикинь? Я бы так не смогла, наверное.